вечер, дорогие друзья. В ночь перед выступлением команда КВН «Утомленные солнцем» играла в карты на желание. Ближе к утру выиграла Лена. Лена, иди сюда. Иди сюда. Ну что, мы выполнили твое первое желание? Да, спасибо. Слава богу. Хорошо, давай второе. Мое второе желание. Хочу еще раз повторить первое желание. Так, Лена. Лена, может, пока ребята готовятся ко второму желанию, сразу к третьему перейдем? Мое третье желание, я еще не придумала. Пойду подумаю. Дорогие друзья, мы приносим свои извинения за эту маленькую нелепость, возникшую у нас на сцене. Начинаем нашу конкурсную программу. Итак, в номинации... Ну, а что, пусть будет. Выступает губернатор Чукотки Роман Абрамович. Встречаем! Я хотел бы подарить себе Челси, и недавно улыбнулась удача. Хотя мог купить все клубы России, плюс Анопка мне бы дали на сдачу. И теперь у меня на Чукотке есть команда с английским названием. В ней играют почетные чукчи Роберто Карлос, Зидан и Рональдо. Оле! Закричали чукчи в тайге. Оле, оле, оле. Вот уже лучше. Так, Павлик, какие еще международные новости у нас есть? Значит, быстрыми темпами развивается экономика Эстонии. Так, Павлик, стоп, стоп. Понимаешь, да? Сразу две лингвистических ошибки. По отношению к Эстонии нельзя употреблять слова «быстрыми» и «темпами», понимаешь? В Юрмале эта новость должна звучать так. На севере Латвии что-то происходит. Так, ладно, забудем, забыли. Где Йося? Где Йося? Где этот министр здравоохранения наш? Где он? Почему министр здравоохранения? Да потому что, глядя на тебя, Йося, все остальные люди думают, что они абсолютно здоровы, понятно? И объявляй давай, живущий на витаминах. Утренняя звезда. Добрый вечер. В эфире «Утренняя звезда». И у нас конкурсная программа для танцевальных коллективов до 25 лет. И первыми на эту сцену выходит танцевальный коллектив «Альянс», город Екатеринбург. Встречаем! Спасибо коллективу «Альянс». А теперь на сцене их соперники. Танцевальный коллектив «Ромашка», город Юрмала. Встречаем! Спасибо!
Спасибо танцевальному коллективу «Ромашка». И я приглашаю... Я приглашаю оба коллектива на сцену. И сейчас мы узнаем оценки жюри. Итак, первым выступал коллектив «Альянс», город Екатеринбург. Оценки. 5, 5, 5, 5, 4. Оценки танцевальному коллективу «Ромашка», город Юрмала. Пять, 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 четыре. У нас ничья. И по условиям конкурса ребята должны что-нибудь станцевать без фонограммы. Прошу, «Альянс», город Екатеринбург. Спасибо. А теперь на сцене танцевальный коллектив «Ромашка», город Юрмала. Встречайте! Ищи меня четче, понимаешь, да? Вот так ищи. Работай на Лиепу, он в этом понимает. Ты утюг в номере выключила? Я люблю тебя! Раз, два, пошли! Где? Где? А, вот наша встреча, вот состоял! Пошли! Где? 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 Вот! Побежали, побежали! Мы побежали, 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 побежали! А теперь в другую сторону! Мы пошли, мы пошли, мы пошли, пошли, пошли! И вперед пошли мы! А ты вперед пошла! Я тебя обманул! И стоп, вперед пошел! Вот так, вот! Вот он! Эй! Комчик, последний раз танцую этот танец. Где, где? На коняшках поскакали. Где, где, где? Вот, все, бросаю завтра курить. А теперь ты за мной. Побежали, побежали. Спасибо. И вновь я приглашаю участников конкурса на сцену. И сейчас по вашим аплодисментам мы определим победителя. Итак, аплодисменты коллективу «Альянс», город Екатеринбург. А теперь аплодисменты танцевальному коллективу «Ромашка», город Юрмала. Без всякого сомнения победил сегодня танцевальный коллектив «Ромашка», город Юрмала. А в финал выходит танцевальный коллектив «Альянс», город Екатеринбург. Молодцы! Ну что ж, дорогие друзья, нам осталось исполнить последнее желание Лены. Вы понимаете, что карточный долг — это свято, поэтому мы заранее просим нас простить, потому что нашу финальную песню будет петь сам... Кто? Адриано Челентано. Адриано Челентано. Шиншилу приводинто в каваленто и бомбино сеньорино Челентано. Феличита! Сабина, стоп! Стоп! Мы сейчас выполнили все твои желания? Да. Нет! Yeah!
Давай поставим старую кассету, и наша песня пусть летит по свету на всю планету. Пойте песню эту.